Дорогие друзья, привет! Испекла вот такую красивую шарлотку. Посмотрите, какая она замечательная, румяная, ароматная. Особенность этого рецепта заключается в том, что тесто не взбивается миксером, а пышным пирог получается за счет добавления соды. Перед подачей шарлотку можно слегка припорошить сахарной пудрой. Совсем немножко, чтобы не закрывать эту красоту. В мисочку вылью 3 яйца. Добавлю 200 граммов сахара и щепотку соли. Взобью все слегка венчиком. Если у вас нет венчика, можете воспользоваться вилкой. Добавлю 150 граммов сметаны 20%, можно и 15%, это не принципиально. И опять все слегка взобью. Добавлю пакетик разрыхлителя, перемешаю. И всыплю 180 граммов муки. И замешу тесто. Получилось вот такое слегка жидковатое тесто, как на оладьи. 700 граммов яблок очищу от кожуры. И нарежу тонкими ломтиками. В серединку выбрасываю. Добавлю яблоки прямо в тесто. И аккуратно перемешаю. Так, чтобы все яблоки были покрыты тестом. Форму диаметром 22 сантиметра. На всякий случай смажу растительным маслом. Вообще-то силиконовые формы не обязательно смазывать, но я люблю подстраховаться. И выкладываю тесто. Ставлю пирог выпекаться при температуре 180 градусов. Из-за большого количества яблок выпекаться он будет долго, более часа. У меня пирог выпекался 1,5 часа. Время выпечки шарлотки зависит и от особенностей вашей духовки, и от диаметра формы. Пирог остыл, и я достану его из формы. Ну до чего же ароматный и красивый. Просто загляденье. А перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!